І от тут без спеціаліста нам не розібратися. Скажіть, будь ласка, із даних, в принципі, доволі скупих, мабуть, все ж таки, який висновок робите ви? Що це за безпілотники? Чому їм вдається досягати Москва-Сіті з інтервалом у 2 дні? Вони не завдають особливої шкоди, але вони там з'являються. Це Росія сама запускає, це якісь далекі розвідники. Що, свідками чого ми стали? Ну, давайте говорить так, пока наши там официальные органы никак не высказали нашу позицию относительно того, наши ведь беспилотники или нет, то есть комментировать мы это будем исключительно с нейтральной стороны, да, как работают эти технологии. Технологии основываются исключительно на двух принципах, то есть эти беспилотники достаточно легкие, с минимальной видимостью для средств ПВО. То есть, к сожалению, русские беспилотники точно так же залетают и к нам, бывает, и много картинок есть в сети, как и там сделанные, образно говоря, с деревянных речек и картонок. Беспилотники имеют минимальную видимость для ПВО и могут пролетать достаточно далеко, неся боевой заряд. И вторая часть от этого – это автономная система полета, точно такая же, которую используют, скажем так, шахеды. Да? То есть они где-то нам сами показали правильный курс, как это делается, и этот курс можно взять на вооружение, то есть в систему закладываются координаты, беспилотник дальше летит управляемо, он летит четко по этим координатам, и основная задача – использовать такую систему, которая не сможет подавить, скажем так, РЭП противника во время полета, а если она это сможет подавить, чтобы беспилотник после подавления смог опять выйти на заданные координаты и продолжить свой полет. Поэтому это исключительно автономные летающие ударные дроны, которые летят автономно по цели, то есть им не нужно управление, их нельзя задавить, скажем так, РЭБом, то есть вот, собственно, все достаточно просто. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, то теоретично, взагалі, от таку відстань від кордону до Москви подібний безпілотник здатний подолати? Да, ну, конечно, смотрите, то есть это опять же на примере тех же самых иранских шахедов, то есть они способны летать тысячи километров, вплоть до того, что там пролететь всю нашу страну и вернуться обратно. То есть полетное время, если это бензиновые, то есть топливные, не электрические беспилотники, то есть они способны летать, скажем так, тысячи километров и пронести достаточно большой боезаряд, в зависимости от того, насколько сам этот беспилотник большой. Но опять же я говорю, что скорее всего это наши, скажем так, если мы, конечно, это делаем, то есть я не беру на нас ответственность, это, скажем, больше наша такая вот информационная позиция заявить о том, что мы тоже можем такое делать, да, если станет вопрос там массовый, то мы за ценой как бы не постоим и сможем тоже атаковать любые части России, то есть это очень показательно для самого населения Российской Федерации, чтобы они понимали, что любой терроризм, как бы там любые действия против мирного населения, они зеркальны, то есть мы тоже обладаем технологиями. И более того, на нашей стороне поддержка там всего как бы там цивилизованного мира в области именно технических разработок там всяких разных устройств. То есть у нас много партнеров, много консультантов, много талантливых людей с Украины, которые занимаются этой темой и на уровне государства, и на уровне, скажем так, частных компаний. Поэтому мы просто показываем свою возможность. Скажите, будь ласка, а чому... Ну от безпілотники ці, таке враження, що в Росії теж не роблять особливої події із подібних атак. Навіть перші вражаючі речі, такі як атака на Кремль, що все ж таки приписують російським спецслужбам, саму атаку таку, потім Рубльовка. Навіть це не викликало неймовірної реакції. Все в Росії проходить ніби відносно рівно. Це тому, що пропаганда здатна задавити будь-яку тему. Власне, чому це не якісь великі події? Чому це от, не великі ушкодження? Це така політична заявка? Ну, смотрите, перво-наперво, ніхто не займається тероризмом. Да? Тобто ми, в отличие от росіян, не збираємося уничтожати мирні об'єкти, мирні дома і так далі. Тобто, скажімо так, пустой бізнес-центр в 3 часа ночі, то есть все прекрасно розуміють, що, во-первых, це показатель
цели, да, то есть потому что Москва-Сити – это та инфраструктура, которой очень гордится россияне. Да, это показательная, скажем так, инфраструктура, mm-hmm. потому что если по аналогии того, как какой-то шахет попал в коровник, где-то там в Черкасской области, никому это не интересно. Тут это столица, это показательный объект. А россиян можно в этом смысле в информационном поле разделить на две части. Есть российские массовые СМИ, то есть это телевизионные средства информации, там газеты, издания. Они, естественно, это не афишируют, потому что не хотят показывать населению о том, что такое возможно. А вторая часть – это интернет, это паблики в Телеграма, которые не подконтрольны, скажем так, правительству Российской Федерации. Они просто взрываются. Взрываются репостами, информацией, возмущениями. Поэтому там мы свои информационные цели прекрасно достигаем. Вот, стоит почитать все каналы, что они пишут, в каком формате они пишут. Поэтому, поверьте, эти действия не остаются для думающего остатков думающего населения Российской Федерации, которое еще не выехало. То есть те, которые читают телеграммы, те, которые пытаются в чем-то в них опираться, они прекрасно все понимают. Пане Сергію, а яке-небудь, наприклад, військове виробництво на території Російської Федерації, військова частина, якийсь стратегічний об'єкт, от якщо до Москва-Сіті вдалося долетіти, то ці об'єкти теж досяжні? Да, конечно. Единственное, что мы должны понимать, что инфраструктуру важную или важные объекты могут прикрыть средствами РЭБа, но прикрыть всю территорию, скажем так, страны невозможно. Это вот зачастую у нас спрашивают, почему там у нас шахеды, например, бывают, долетают там в какую-то инфраструктуру или элеватор. Mm-hmm. То есть мы не можем прикрыть физически ни одна страна там, скажем так, ну, кроме редких исключений, видел там, в виде там израильских куполов, не может вся страна прикрыть полностью всю инфраструктуру. Это невозможно. Также россияне сейчас инициировали очень большой комплекс мероприятий по закупке средств РФ для инфраструктуры. То есть можно посмотреть на их гостендеры, которые находятся в открытом доступе. Практически все госструктуры на данный момент заложили деньги в бюджет на закупку средств РФ против беспилотников для этой защиты. То есть я на это акцентирую внимание, потому что если Россия это делает, то нам нужно тоже об этом думать. И тоже, то есть у них есть немножко другой прецедент. У них частный, как бы, частный или получастный бизнес может самостоятельно закупать средства РЭП и закрывать свои объекты инфраструктуры им. Поэтому они над этим думают, они понимают, что война двухсторонняя, они понимают, что мы тоже не собираемся там сдаваться, останавливаться, поэтому они вырабатывают контрмеры. То есть это логично с этих сторон.